thank you

Добро пожаловать на передачу «Рассвет пробуждения». С вами Гермес Фалькао-младший. Есть очередная потрясающая программа, которой я хочу с вами поделиться. Это мощное слово, которое точно даст эффект в вашей жизни. Я уверен, если следовать тому, что Библия говорит, и той библейской истине, которой я поделюсь, тогда вы будете благословлены. Сегодня я буду говорить о продлении сопротивления. Я уверен, что в вашей жизни были испытания веры. Я уверен, что вы сталкивались с сопротивлением, мешающим вам что-то делать. Или вы продвигались в чем-то, что Бог вам дал, но при этом сталкивались с противником. Библия говорит, «Много скорбею праведного, и от всех их избавит его Господь». Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Библия никогда не говорила, что трудностей не существует. Если вы молитесь за жизнь без трудностей, то фактически вы молитесь за то, чтобы попасть на небеса, потому что там не будет никаких трудностей или испытаний. Итак, Библия говорит, что мы будем сталкиваться с трудностями. Библия говорит, что мы будем встречать сопротивление. Мы можем взять любого Божьего человека из Библии, чтобы увидеть, как они сталкивались с битвой, вызовами и сопротивлениями. Это являлось частью их жизни. Однако, есть хорошая новость. Трудности приходят не для того, чтобы уничтожить нас, а для того, чтобы Господь был прославлен через свидетельство. Посмотрите на Даниила и львиный ров. Или посмотрите на Иосифа в яме. От ямы он добрался до дворца. Посмотрите на жизнь Давида. Он сталкивался со многими трудностями и битвами, но в то же время Господь всегда ему помогал выбраться и давал победу над всеми сложностями, которые у него были. Посмотрите на жизнь Иисуса, как дьявол его искушал в пустыне, как фарисеи столько раз пытались уничтожить его перед распятием. Посмотрите на жизнь Павла, Петра и всех остальных. Все они сталкивались с трудностями и испытаниями. Но они понимали, что Бог был с ними. Давайте прочтем один стих. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это означает, что враг ищет любую возможность, чтобы разрушить вашу жизнь, ваши мечты, ваши призвания. Враг ищет возможность, чтобы поглотить вас, возможность заглушить голос Бога в вашей жизни мы возможность разрушить цели Бога в вашей жизни. И когда я живу, зная это, тогда я буду бдительным и здравомыслящим. Я буду осторожным, потому что я знаю, что где-то ходит враг, который пытается разрушить планы и цели Бога для моей жизни. Есть сопротивление. Каждый раз, когда вы делаете что-то для Бога, вы будете встречать сопротивление. Но, друзья, хорошая новость заключается в том, что Господь на вашей стороне. Если Бог за вас, то кто может быть против вас? Если Господь помазал вас, наполнил силой и дал видение, то ни один демон из Ада не может остановить вас. И Иисус будет давать вам победу каждый раз. Хочу вас подбодрить. Да, вы будете сталкиваться с трудностями, но убедитесь, что вы встречаете эти трудности с уверенностью, которую Бог дал вам. Давайте прочитаем еще один стих. Послание к Ефесянам, 6 глава. Начнем с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом сил Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Это означает, что дьявол действует через стратегии. Это как армия. Для любой битвы у армии есть свои определенные стратегии. И Библия описывает дьявола как кого-то, у кого есть определенная стратегия, чтобы найти верующих. Поэтому Библия нам говорит, «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть Библия говорит, что идет битва. И это не физическая битва, это битва не против людей, идет духовная война. У многих людей есть с этим сложности. Они проходят через недопонимание с кем-то из членов своей семьи или с друзьями, или с кем-то из церкви, или с кем угодно, когда мы думаем, что битва идет против человека. Но о чем говорит Библия? Что битва идет не против плоти и крови, но против злых духов, начальств и властей темного мира. Это означает, что первое, что нужно понимать, сопротивление, с которым вы сталкиваетесь, это не про людей. Сопротивление, с которым вы сталкиваетесь, это не про мужчину и женщину. Главное сопротивление, с которым вы сталкиваетесь, оно на духовном уровне. Если идет духовная битва, это означает, что я должен сражаться в духе. Многие люди пытаются сражаться в духовной битве физическим оружием. Они думают, что могут победить духовно с плотскими стратегиями. Друзья, Позвольте вам сказать, одержать победу в битве можно духовно. И Бог дал нам конкретные пути для этого. Молитву, пост, прославление, любовь, Слово Божье, кровь Иисуса, Святого Духа, ангелов Божьих. Вот те самые инструменты и оружие, которые у нас есть. Библия говорит, оружие воинствование нашего не плотские но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия. Это означает, что битва идет на духовном уровне, и есть только один способ, чтобы преодолеть сопротивление — сражаться в этой духовной битве оружием, которое Бог дал нам. Просто перестаньте приравнивать все к плотскому. Кстати говоря о духовной войне, добавлю, что есть три типа верующих. Расскажу вам о них. Первый. Верующие, помешанные на дьяволе, думают, что все случается из-за демонов. Все происходит из-за них. Если у вас происходит какая-то ситуация, то они ищут демона за каждым кустом. Они видят демонов везде в церкви. Они видят демонов за кафедрой пастора или на церковной скамье. Везде видят демонов. Они сильно помешаны на этом. Только и говорят о том, что дьявол делает и говорит. Второй тип верующих — это те, кто игнорируют дьявола. Они никогда не видят духовную реальность. Если кто-то одержим духом, они говорят, что это внутренний дисбаланс или это психическое расстройство, или любой другой термин, который можно использовать для этой ситуации, но они никогда не признают, что это демон, атакующий их. И что это духовное сопротивление, о котором Библия предельно ясно говорит. И тип номер три ⁇ это те верующие, которые осознают реальность духовной битвы. Они знают, что победить можно только через силу Слова Божьего. А вы к какому типу относитесь? Надеюсь, вы не помешаны на дьяволе. Также надеюсь, что вы не игнорируете его. Мы сражаемся в духовной битве. И есть только один способ, чтобы победить, использовать духовное оружие, которое Бог дал нам. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, затем я продолжу свое послание и помолюсь за все, против чего вы сражаетесь. Мы будем молиться за освобождение, за победу и исцеление. Мы помолимся за великий прорыв в вашей жизни и в вашей семье. Верьте, что Бог может вас мощно коснуться. Прервемся ненадолго прямо сейчас. Приветствую вас снова. Мы говорим о преодолении сопротивления. Я также хочу вас вдохновить на поездку в Бразилию. Неважно, к какой точке мира вы относитесь, вы можете поехать вместе с нами. Подключайтесь и станьте частью прекрасной команды, которая несет Евангелие в Бразилию. Там верят, что Господь движется через сверхъестественные пути. Мы проводим пасторские завтраки для многих церквей. Также делаем выезды с детьми. Это будет феноменально. Я уверен, что Господь собирается поработать с вашей жизнью, и она больше не будет прежней. Мы с вами говорим о духовном преодолении сопротивления и о духовном сражении. До перерыва начали про это говорить. Я продолжу читать послание к Ефесянам 6 главу 13 стих. Для всего... «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев, устоять». Здесь сказано, что мы можем противостоять дьяволу. Мы не сражаемся с ним лицом к лицу. Мы смотрим на него сверху. Почему я так говорю? Потому что в Библии написано, что Иисус Христос уже поразил его. Библия говорит, что Иисус подверг позору начальства и власти. В послании к Колоссянам, 2 главе 14-15 стихи, мы можем прочитать, что Иисус Христос подверг позору начальства и власти, которые пригвоздили Его к кресту. Иисус поразил врага. Но Библия говорит, что мы должны противостоять, мы должны устоять. Если полностью прочитать Ефесянам шестую главу, вы увидите, что там много говорится о противостоянии. Почему? Потому что враг продолжает воздействовать, особенно на наш разум. Он закидывает мысли, что он не пропал и не поражен, что Бог не исполнит то, что обещал. Он постоянно будет атаковать нас своей ложью. Мы можем прочесть об этом в книге бытия. Когда змей пришел поговорить с Евой, что случилось? Змей сказал, действительно ли Бог сказал, что если съешь этот плод, то погибнешь? Он сказал это? Первое, что Сатана сделал, поставил под вопрос то, что Бог сказал предельно ясно. Бог сказал Адаму и Еве, не есть плоды с того дерева. Если они съедят, то погибнут. А сатана сказал, точно ли Бог это говорил, что Ева должна была сделать? Ответить, да, Бог так сказал, до свидания, нам больше не о чем с тобой говорить. Но она вступила в диалог. В послании к Ефесянам 6.13 Библия говорит, что мы должны быть во все оружии, чтобы противостоять врагу в день злой. Будут времена, когда зло начнет проявляться и противостоять Слову Божьему. И все, преодолев, устоять, далее стих 14. Итак, станьте, припоясав, чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности. Нужно устоять. Сначала преодолеть, а потом твердо стоять, понимаете? Враг находит нас через свою ложь, но мы стоим в правде, отвергая ее. Почему некоторые верующие не могут устоять перед ложью дьявола? Потому что они вступают в диалог с врагом, так же, как и Ева. Они не останавливают врага. Хотя нужно сказать, нам не о чем с тобою говорить. Я буду стоять до победы со Христом. Я буду верить в Слово Божье. Я буду противостоять всему, что ты скажешь. В книге Иакова, 4 глава, 7 стих, Библия говорит, «Покоритесь Богу». «Противостаньте дьяволу, и он будет мучить вас еще больше». Нет, написано, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Не говорится о том, что если ты противостоишь дьяволу, то он будет продолжать мучить и издеваться. Написано, если противостоять ему, то он убежит. То есть, как нужно преодолевать? Твердо стоять в истине и не вступать в диалог с ложью дьявола. Любая ложь будет осуждена, Любая ложь будет повержена истиной. Вот что Иисус делал в пустыне. Иисус вел духовную войну с Люцифером в пустыне. И как он с ним справился? В чем был его секрет? Он поборол сатану Словом Божьим. Он говорил, написано, написано, написано. А затем Сатана пытался использовать Слово Божье, чтобы запутать его. Он говорит, ты можешь сброситься с горы, ведь написано, что дашь ангелам приказ спасти тебя и не пострадаешь. Да, я говорю своими словами. Тогда Иисус сказал в ответ, да, но также написано, не искушай Господа Бога своего. То есть Иисус всегда отгонял сатану Словом Божьим. Если так делал Иисус, значит и мы должны преодолевать сопротивление таким же образом. В книге Откровений написано, что можно преодолеть его, то есть сатану, Словом Божьим, кровью Агонца и Словом Свидетельства. То есть, вот как можно побороть врага, кровью Иисуса и словом его свидетельства, как можно противостоять, стоя в истине Божьего Слова, провозглашая его на день броню праведности. Это означает, что каждый раз, когда дьявол приходит обвинить тебя, то у тебя есть Слово Божье, где написано, что Бог простил все наши грехи. Когда я каюсь, и признаюсь в своих грехах перед Богом, то я очищаюсь кровью Иисуса. Каждый раз, когда враг приходит атаковать твою личность, то бросай в него Божье Слово, противостань дьяволу, стой в Слове Божьем. Вот как можно противостоять. Давайте продолжим читать стих 15. «И обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Раскаленные стрелы — это навязчивые мысли, которые враг кидает в верующих. Одно из основных мест атаки ⁇ это наш разум. Наш разум ⁇ это поле боя. И вот как проходит духовное сражение. Враг пытается обвинить вас своей ложью. И чего дьявол ждет? Он ждет, что с ним согласятся. Ожидает, что ты с ним согласишься. Пастор, то есть ты имеешь в виду, что я так продаю свою душу? Нет, это не то, что я имею в виду. Дьявол хочет, чтобы ты согласился с ним внутри себя. И в тот момент, когда ты начинаешь соглашаться с его словами, он начинает разворачивать плацдарм в твоей жизни. И тогда его ложь начинает действовать в твоей жизни. Но вот мое слово для вас сегодня. Вы должны наполнить себя Словом Господа. Вы должны наполнить себя Словом Бога. Позвольте Божьему Слову проникнуть глубоко в сердце, чтобы вы могли устоять перед любой силой дьявола. Библия не говорит о частичной победе. Она обещает нам полную победу. Враг побежден. Это реальность, которая не может быть изменена. Но ваша победа зависит от того, насколько вы подчиняетесь Богу и как вы противостоите лжи дьявола. Враг атаковал народы и многих людей на протяжении тысячелетий. И единственный способ отразить атаку — это истина Божьего Слова. Чем глубже вы позволяете истине укорениться в вашем сердце, тем больше возможностей у вас будет стоять в победе. Я хочу помолиться за вас сейчас. Я молюсь, чтобы Святой Дух наделил вас силой, чтобы победить в каждой битве, с которой вы сталкиваетесь в вашей жизни. Для каждой битвы есть решение во Христе. Если вы больны, то есть исцеление. Если вы находитесь под давлением, то есть освобождение. Если вы в финансовой яме, то есть обеспечение. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, я привожу каждого зрителя в Твое присутствие. Я благодарю Тебя за то, что нет границ в духовном мире. С чем бы ни сталкивались сейчас люди прямо сейчас. Ты можешь прийти и коснуться их в момент нужды. Если у кого-то есть боль в теле, высвободи на них свою силу, свое помазание, чтобы исцелить недуг и освободить от давления. Выполни нужды тех, кому это так необходимо. Обеспечь тех, у кого нет ничего. Твое слово говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Отец, я молюсь, чтобы каждый зритель мог найти свою свободу. Во имя прекрасного Иисуса, я молюсь, чтобы каждый зритель не остался прежним. Пусть сила Твоего Святого Духа коснется каждого из них. За тех, кто сталкивается с сопротивлением, помести их над всеми обстоятельствами. Пусть они будут наполнены Словом Божьим и смогут противостоять врагу. Я молюсь за тех, кто сталкивается с давлением в своем разуме. Молюсь за тех, кто сталкивается с давлением дьявола во имя Иисуса. Все, кто сейчас смотрит эту программу, прямо сейчас вы становитесь свободными через силу помазания Святого Духа во имя Иисуса. Примите свободу, примите освобождение во имя Иисуса. Спасибо большое, что сегодня присоединились к нам. Вы такое благословение. Мы молимся за ваши жизни, мы молимся за ваши нужды. Мы молимся, чтобы Дух Святой помог вам ходить в победе. То послание, которое вы услышали сегодня, изменит вашу жизнь. Вы будете способны противостоять дьяволу. Пусть Бог благословит вас. Увидимся в следующей программе.

Давайте молиться. Давайте молиться. Придите и переживите силу Божью. Бог возлюбил мир. Он послал своего сына, чтобы всякий верующий в него не погиб. Во имя Иисуса, говори, освободись. Во имя Иисуса. Майкл, скажи, Иисус. И сегодня я принимаю дар жизни. Вечный. Мне так не терпится поделиться своим примером. Я была на миссии чудес расцвета пробуждения в Бразилии в октябре 2022 года. Это было просто невероятное время. Мы смогли собраться вместе и работать как одна команда. И Бог так мощно двигался, исцеляя и спасая людей. Он касался всех своими чудесами. И я хочу вас вдохновить. Если вы планируете вложить в поездку в марте 2023 года, то не стоит колебаться. Приезжайте на расцвет пробуждения. Они делают великую работу на Земле. Я уверяю вас, что вы не будете разочарованы. Я была по-настоящему благословлена, а моя жизнь полностью изменилась после этой поездки. Поэтому я вдохновляю вас вложиться в эту поездку.